23.10, 2 апреля, Гагаринское плато, одна несчастная дорожка возле российского консульства, и не могут здесь разъехаться две машины. Вот если пожар, не дай бог, или скорая помощь нужна, все, 10-20 высоток, все будут стоять заблокированные на вот этой маленькой узенькой дорожке. Вот так вот, и будет стоять еще, наверное, тут не один час. А оно будет гореть синим пламенем, скорая будет ехать, никто не сможет приехать. Так что я вам через часик это продолжение видео сниму, потому что сейчас тут они долго будут там рычать, там газовать, сигналить. Никто никуда не едет, все. Одна дорога, ни одной школы, ни одного садика, никаких дорог, никто тут ничего не строит, только дома. Вот, все забито вот этими высотками. Высоток немерено, школ, дорог, тут садиков, ничего. Вот так вот. Так что, слава Украине, как говорится.